А вы в курсе, что сочинские следователи ежегодно расследуют более 5000 уголовных дел? Кражи, грабежи, мошенничества, преступления в экономической сфере. За каждым таким раскрытым преступлением стоит кропотливая работа. Но и порой, чтобы расследовать уголовное дело, сочинские следователи прибегают к самым разным, в том числе высокотехнологичным способам и методам. Но все же главным оружием следователя всегда остается его интеллект. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятова. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. Ну, 6 апреля следственным подразделением в системе МВД исполняется 55 лет. Ну и накануне профессионального праздника мы сегодня поговорим о самых громких преступлениях в городе Сочи, ну и, конечно, в целом о работе подразделения. Ну и сегодня гость нашей программы – заместитель начальника УВД по городу Сочи, начальник следственного управления, полковник юстиции Александр Терещенко. Здравствуйте, Александр Александрович. Рады вас вновь видеть в нашей студии. И для начала хотелось бы поздравить вас с наступающим профессиональным праздником, ну и пожелать всяческих успехов в вашей нелегкой службе. Спасибо. Да, ну в этой студии мы с вами не раз обсуждали какие-то резонансные дела, их расследования. Вот на сегодняшний день есть ли в производстве какие-то громкие уголовные дела? Да, конечно, в следственном управлении буквально 30 марта закончено производством уголовное дело, направлено в суд в отношении организованной преступной группы, которая занималась распространением фальшивых денежных знаков на территории города Сочи. Трое участников заключены под стражу и ждут справедливого приговора. Также в настоящее время есть уголовное дело в отношении так называемых закладчиков, которые совершили несколько эпизодов в составе организованной преступной группы данного вида преступления. Они были задержаны с поличным, также под стражу заключены. И сейчас ожидаю справедливого приговора. То есть у следователей всегда масса работы, да? Работы хватает. Да. Но, к сожалению, в Сочи не теряет актуальности и проблема так называемых самостроев. Домов по-прежнему таких очень много. Скажите, какая ответственность предусмотрена для таких горе-застройщиков, благодаря которым, в кавычках, появляются такие вот дома? И, может быть, кто-то уже привлечен к какой-либо ответственности? Да, эта проблема продолжает оставаться. Мы боремся с недобросовестными застройщиками, с мошенниками в этой области достаточно эффективно. В прошлом году направлено в суд 15 уголовных дел в отношении недобросовестных застройщиков, которые своими действиями причинили ущерб гражданам. У нас было 278 потерпевших. Общая сумма ущерба составила более 280 миллионов рублей. Последний приговор, который впечатляет своими сроками по центральному району, такому горе-застройщику дали 10 лет лишения свободы. Угу. И это не единственный такой суровый приговор. Суды сейчас принципиально заняли позицию по защите прав потерпевших, и поэтому этого рода мошенники получают длительные сроки от 5 и до максимального, до 10 лет лишения свободы. Ну и в продолжении этой темы, это мошенничество с землей, долевое строительство, тоже актуальный для Сочи вопрос. Как обстоят дела в этой сфере? В настоящее время мы можем констатировать, что мошеннические действия с земельными участками сокращаются. Схема мошенническая, она в принципе уже известна и разоблачена. Сейчас мы расследуем преступления, которые были совершены 5, 7, 8 лет назад. Угу. За 2017 год таких было 34 уголовных дела направлено в суд. Также суровые приговоры по ним вынесены. Сумма причиненного ущерба более 120 миллионов рублей. Все земельные участки арестованы. И впоследствии по решению суда будет принято решение либо о возврате их в муниципалитет, либо добросовестным приобретателям, которые пострадали от действий этих мошенников. Ну, Александр Александрович, конечно, очень странно, но вновь мы возвращаемся к теме телефонных мошенников. Аферисты не дремлют, и сочинцы по-прежнему попадаются на эту удочку. В очередной раз, ваши советы сочинцам, как не попасться на нее, и какие схемы сегодня используют телефонные мошенники для отъема денег у граждан? К сожалению, мы вынуждены констатировать, что наши жители продолжают проявлять, скажем так, безответственность в этом вопросе. Да? И последний случай, когда жертвой телефонных мошенников стала гражданин Армении, которому телефонный звонок позвонили и попросили перечислить 130 тысяч рублей в качестве помощи родственникам, у которого возникли проблемы с правоохранителями. Он это сделал, потом позвонил родственнику, родственник оказался в Армении. То есть мы людей предупреждаем, мы людям объясняем, проводим и брифинги по телефонному мошенничеству. С вами постоянно встречаемся, этим обсуждаем. Но все-таки остаются те, кто еще, видимо, либо нас не слышит, либо доверяет сиюминутному порыву. Естественно, чтобы не стать жертвой мошенников, всю информацию, которую получаете в телефон, с требованием передачи каких-либо денег, нужно перепроверять. Если это родственник попал в беду, позвоните родственнику. Не можете дозвониться ему, позвоните другим родственникам. Выяснить все обстоятельства происшедшего. Это раз.
Во-вторых, когда просят деньги за решение, скажем так, вопроса с правоохранителями, немедленно звонить 02, это самый популярный номер, либо ближайший отдел полиции для того, чтобы пресечь эти действия, чтобы под контролем перечислить или передать деньги, мы могли наказать справедливо того мошенника, который таким образом незаконно обогащается. Если это касается, как уже было раньше мое сказано, по сайтам Авито, либо иным сайтам, объявления о продаже, приобретении недвижимости или иных вещей, да, то, естественно, никому нельзя диктовать номера своей банковской карты, секретные пин-коды. Это аксиома, мошенники этим пользуются, пользуясь доверием граждан, доверчивостью. И, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что данный вид преступления на территории города Сочи в текущем году увеличился, возрос. Мы с ним боремся. Вот буквально в марте месяце направлено в суд уголовное дело в отношении такой телефонной мошенницы, иногородней жительницы, которая 9 эпизодов такого рода совершила. Она была задержана, доставлена в город, и дело направлено в суд, ожидая справедливого приговора. Но хочется гражданам обратиться, не быть доверчивым, не доверять свои деньги непонятным людям. Но вообще в целом, насколько сложно расследовать такие преступления? Насколько сложно выйти на след таких аферистов? Да, это довольно сложно, потому что мошенники не стоят на месте, используют технический прогресс, IP-телефонию, используют сим-карты, оформленные на подставных людей. Естественно, они удалены от города Сочи, это однозначно, в других регионах. На это уходит определенное количество времени, на поиски звонивших, на место нахождения их фактического. Но, скажем так, это преступление из категории раскрываемых и уголовно наказуемых. Ну и теперь давайте поговорим о праздничной дате. Следственные подразделения в системе МВД достаточно молодые, 55 лет исполняется. И хотелось бы для начала спросить о вас. Как вы лично пришли в эту профессию и, может быть, ваше первое какое-то уголовное дело? Поделитесь. Я пришел в эту профессию в 2001 году по окончании Волгоградского госуниверситета. Выбор был абсолютно осознан. Еще на третьем курсе я для себя уже решил, что буду работать в правоохранительной системе. Первым местом службы было Сочинское районное управление внутренних дел на транспорте, где 13 лет жизни было отдано этой службе. Первое уголовное дело, я помню, это была кража в поезде. Один из пассажиров у другого украл денежные средства, он был задержан. Как сейчас помню, даже фамилию этого фигуранта. Дело направлено в суд было, вынесен приговор. Ну вот так началась моя профессиональная работа. Ну еще знаю, что вы лично дважды принимали участие в освобождении заложников. Один раз это был случай в Дагомысе, когда пьяный мужчина хотел взорвать дом. Второй раз это случай в Блиново, когда наркоман удерживал в своем доме несовершеннолетнюю девочку. Вот насколько сложно было в этот момент, что вы в этот момент испытывали и как удалось уговорить все-таки злоумышленников? Те чувства, которые испытывал в тот момент, их сейчас уже не вспомнить. Только потому, что в эти секунды думаешь об одном, как сделать, чтобы никто не пострадал, минимизировать какие-то потери. В первом случае, чтобы не пострадали соседи, не взорвался дом. Естественно, самого, скажем так, злоумышленника отговорить от этой глупой затеи. Во втором случае, конечно, ребенок. Все, что касается детей, у меня особое отношение к этому. Преступления в отношении детей или совершенные ими требуют очень тщательного подхода. И здесь ничего не видел, кроме одной цели – освободить ребенка. А там уже дальше, ну, по развитию ситуации можно было смотреть. Ну и слава богу, оба дела, оба случая закончились положительно. Да. Ну и не могу не спросить, все-таки в канун замечательного праздника, как по-вашему, какими качествами сегодня должен обладать современный следователь? Требования основные, они стабильны, но с учетом, опять-таки, развития общества, с учетом развития научно-технического прогресса, следователь должен быть не только юристом, он теперь должен быть отчасти программистом, он теперь должен быть отчасти бухгалтером, чтобы уметь просчитать, да, шаги преступника, где он может обмануть, где он может смошенничать или каким-то образом похитить, причинить ущерб потерпевшим. Ну, а по личным качествам, конечно, это самоотверженность, это организованность, внутренняя организация, это должна быть критичность к себе, к своей работе, требовательность,
Ну, естественно, определенного рода бесстрашие, безграничная любовь к своей профессии. Но все-таки что стоит на первом месте? Интеллект следователя или, может быть, какие-то новые технологии, которые сегодня пришли в вашу работу? Или это какая-то сумма факторов, как вам кажется? Ну, я вам скажу так. Раскрытие любого преступления – это всегда борьба интеллектов. Интеллекта следователя и интеллекта потенциального преступника. Если следователь будет проигрывать в интеллекте преступника, то коэффициент полезного действия у нас будет минимален. Поэтому, конечно же, интеллект должен преобладать, какое-то чутье профессиональное, ну и оперативная удача, следственная удача – это неотъемлемый фактор при раскрытии любого преступления. Да, без удачи в любом деле никуда. Ну и в завершение нашей встречи хотелось бы, чтобы вы что-то пожелали и действующим сотрудникам, и ветеранам службы, пожалуйста. И сотрудникам, и ветеранам прежде всего хотелось пожелать крепкого здоровья, успехов во всех их делах, во всех начинаниях, выразить огромную благодарность нашим предшественникам, кто долгие годы посвятил свою жизнь непростой работе следователя, своему первому наставнику Олегу Ярославовичу Сведоруку, полковнику в отставке. Отдельное слово благодарности, что он принял нас как детей, воспитывал нас, обучал, передавал свои знания. Ну и всем сотрудникам правоохранительных органов следственной службы на территории Российской Федерации хочется пожелать большого человеческого счастья. Ну и мы, конечно, с удовольствием присоединяемся ко всем поздравлениям и еще раз поздравляем вас с профессиональным праздником. Спасибо. Ну и спасибо, что в очередной раз пришли и поговорили на такие актуальные и важные темы. Спасибо большое. Спасибо. Я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был заместитель начальника УВД по городу Сочи, начальник следственного управления, полковник юстиции Александр Терещенко. Спасибо вам огромное. Ну и вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятова. Всего доброго и до встречи в эфире.